войну. Я в больших ладонях протяну 2 десятка взятых наугад оловянных маленьких солдат. Десятки стихотворений про Великую Отечественную войну прозвучали на сцене Мирнинского театра. Ежегодный конкурс поэзии «Народ-победитель» собрал 111 участников из Мирного, Светлого и Чернышевского. Это ученики школ района и работники предприятия Алмазного края. Условия конкурса – это прочтение стихов советских и российских авторов о Великой Отечественной войне. Участники рассказывали стихи в нескольких возрастных группах. Самым маленьким – 6 лет, старшим – 65. Им предстояло не просто прочитать стихи. Жюри оценивали также артистизм. Лучшие в возрастных группах получили дипломы и подарочные сертификаты.